Три раза за выходные неизвестный звонил и предупреждал, что в том или ином месте спрятано взрывное устройство. Первый звонок с предупреждением прозвучал вечером в пятницу в офисе «Радио Европа Плюс». Об этом мы рассказали в субботнем выпуске новостей. Взрывного устройства в здании не оказалось, и все происшествие сочли неудачной шуткой. Но сами саперы считали иначе. И вот субботним вечером в 23 часа 14 минут прогремел первый взрыв. Сработало устройство на пешеходном мостике через лозосинку на набережной Ла-Рошель. Взорвалось так, что сработали все датчики сигнализации объединения охрана на объектах в центре города. Второй взрыв раздался через 35 минут в районе улицы Герцена, и два последних еще через полчаса около здания ДК железнодорожников. После этого поступила информация, что очередной заряд находится под сценой Дома культуры. А сегодня утром пришлось срочно эвакуировать студентов из здания пединститута на проспекте Ленина. Ни в том, ни в другом случае бомбу не нашли. Пока неизвестны ни шутники, ни мотивы преступления. Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 739-24 и 95-420.